Ярска, ну, конечно, общественность, сделали ряд обращений на федеральный уровень, в том числе провели ряд там серьезных консультаций, как на уровне Росимущества, Министерства сельского хозяйства и в самом акционерном обществе российские ипподромы. Вот, в результате мы сохранили, а вернее сказать, наверное, там отстояли существование Красноярского ипподрома. Вот. Но его состояние, к сожалению, до сих пор находится, то есть находилось и до сих пор находится в плачевном состоянии. И поэтому для там дальнейшего функционирования и чтобы тема у собственника не была забыта, вот Комитет по делам Севера и агропромышленной политики, конечно, в нем приняли участие и большинство депутатов законодательного собрания, подготовили текст обращения к министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Николаевичу Патрушеву по вопросу дальнейшего сохранения и развития нашего Красноярского ипподрома, а также определить его дальнейшую комплексную модернизацию. Вот комитет там просит поддержать наше обращение. Надеемся, что оно будет на уровне федерального Минсельхоза услышано, и наш ипподром получит свое дальнейшее достойное функционирование и, конечно, существование. Спасибо. Уважаемые коллеги, вот к этому предложению комитета какие-то есть, имеются ли вопросы? Да, на самом деле здесь ситуация в том, что наши какие-то дальнейшие решения по развитию этого объекта возможны только в случае, если соответствующие решения будут приняты собственниками, на которого мы прямого влияния с вами не имеем. А хотелось бы, чтобы этот объект получил перспективу, чтобы мы хотя бы могли подступиться к проработке этой перспективы. Поддерживаем. Спасибо большое.